Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения задержали двух молодых людей, которые осуществляли незаконный оборот наркотических средств на территории Нижнего Новгорода. В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у 20-летней девушки прозрачный полимерный пакет, где находилось 18 свертков с наркотическим средством. В результате личного досмотра молодого человека полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон с файлами, где содержались адреса тайников с наркотиками. В ходе проверки по данным адресам сотрудники изъяли другие свертки, подготовленные для закладок. По факту незаконного сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. В настоящее время все задержанные дали признательные показания. Расследование продолжается.